Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как записывать видео на iPhone SE в режиме таймлапс. Для этого заходим в камеру и листаем до пункта таймлапс. После этого нажимаем кнопку записи и записываем наш таймлапс. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!